случай детского травматизма на железной дороге. Будьте внимательны. Не дайте детям стать инвалидами. Thank you.
вам. Железная дорога является зоной повышенной опасности. Пользуясь железнодорожным транспортом или находясь вблизи полотна, неукоснительно соблюдайте правила безопасности. Переходите пути только по пешеходным мостам, тоннелям или настилам при отсутствии движущегося поезда. Не разрешайте детям играть на путях не вблизи полотна. Не нарушайте правила дорожного движения на переездах, при запрещающем сигнале светофора, закрытом шлагбауме или приближении поезда остановите свой транспорт. Не подвергайте себя риску получить тяжелую травму ради экономии времени. Запомните, соблюдать правила безопасности проще, чем исправлять последствия их нарушений.